Всем привет. Курение убивает. Бросайте курить. Я тоже брошу. Если подскажете, как. Вот. Так вот, правая часть машины. Кривой рычаг. Шаровая. Поехали. Будем смотреть, что там стучит. Вдруг это она. Колесо уже снято. Никому это не интересно, как оно снимается. Мы говорим про этот рычаг. Вот он. Вот он, этот рычаг. Можно пошатать, попробовать монтажкой. Но пыльник не поврежден. Монтажки нормально нету. Есть такая вот хрень. Ну, шатается и чего, да? Ставим лоб, попробовать пошатать. По-хорошему, конечно, все нафиг менять. Это самое идеальное. В принципе-то, ну вот. А я вот это сейчас еще поменяю. У меня есть старенькая, которая в идеале. Косточку. Так, ну я знаю, что это нужно ослабить. Но сейчас я хочу почистить рычаг вот этот и снять. Почистим от всякого говна. Начнем с 23. Нет. Сколько тут? 23, да. Так. Это по часовой. Она нужна против часовой. Иначе упертая. Великим воля повшигаем. Да, такая упертая. Может, она под нагрузкой просто. Еще можно малек пролить. Камере задеть классно. Вот пошла. Дадим еще жару. Теперь можно и монтажечку вынуть. Ну что, проверяем. Я не знаю. Не могу ничего сказать. Объясните мне, должна ли она так легко ходить? Достаточно легко ходит. Но не болтается прям. Вот, видно. Ну, что я могу сказать? Просто посоветуйте мне. Поставим бушку мою.
которая была нормальная. Мне просто не нравится тут. Мне кажется, сальник. Пыльник, то есть, капец ему. Мне кажется, вообще они создают весь шум. Народ, отвинчиваю. Сразу скажу, посмотрите, видите, под нагрузкой нагрузил. Смотрите, чтобы не слетело, проверьте. Нужно еще нагрузить. Тогда легче сядет просто это. Слезет точнее. Но смотрите, аккуратно очень, может стрельнуть, если доска дерьмовая. Стрельнуть может, мама, не горюй. Так что с этим будьте аккуратны. Куда я дел-то? Ключ. Вот. Смотрите, тут гидропровод, с ним аккуратней. Попробуем спустить еще. Дерево там как у нас не уйдет. Вот, так она легче снимается. Ну-ка. Ну да. Ей вообще капец, ребят. Верхняя нормальная. Ставим эти в срочном порядке. Ну что, народ? Нашлась косточка стабилизатора, можно так назвать. Мне не понравилось, когда я нажимал на пыльник. Он такой, как будто дышащий. Хорошо, что у меня была старая. Старая, года 2-3 с половиной назад смененная. Но она была живая. Но она, конечно, не так вот, как тут, жестко. Но временно сойдет. То есть... Блин, то есть не жесткая. То есть не такая она жесткая, как была. Ну тоже ходила, ну, под замену. Но вот это вот, это вообще капец, ребят. Просто посмотрите. То есть все, капец ей. Я уже... Было думал, что все, я победил стук. Ну, конечно, поставил бэушную старую. Сейчас мы ее откроем. Тут уже терять нечего. Пыльник сохранить, да нужен он больно. Блин, там смазка с грязью. Мне кажется, тут шаровой опор, где шарнир держит только резинка. Ничего больше. Думал, победил, а оказывается нет. Да, ребят, смотрите. Шаровое тут ничего не держало. Вот такая вот фигня. Тын, тын. Так вот. Грязюка. Ну, в общем, на помойку. Так вот, о чем я могу сказать. Шаровую косточку эту под замену, потом заменим. Стук намного уменьшился, уже намного уменьшился стук в рулевой, то есть его почти нету, но все равно есть, когда ты едешь по неровности, вот по этим выбоинам, стук все равно существует, вот тот глухой. Не могу грешить на кривой этот рычаг, шаровую.
Ну, походу, методом исключения придется все это делать. Ну, или мы поедем в гости в автотин. На подъемнике будем качать, смотреть, просматривать и все это записывать на видео. Руль стал туже. Мне кажется, я чуть перетянул, переусердствовал. Он достаточно тугой стал. По идее, он должен возвращаться. То есть, когда ты выкрутил руль, повернул, ты отпускаешь, он у тебя сам возвращается. Он у меня возвращается как бы, ну, не так. Да, я перетянул. Но сейчас уже я не буду это делать. Я думаю, сейчас прикатается, притрется. Смазки там предостаточно закинуто. Даже нагрузка на гидроусилитель слышно. То есть, когда поворачиваешь руль, он есть, нагрузон на него идет. В остальном, что я могу сказать? Вы видели, что? Комментируйте по поводу шарнира этого. Не шарнира, а шаровой кривого рычага этого. Тоже комментируйте, насколько туго он должен ходить. Я честно не знаю. Ну, я догадываюсь, что, конечно, в новое она должна всегда туго ходить. Но там достаточно легко. Тут, как вариант, косточки вот эти вот стабилизатора под замену. Резинка, которая держит балку стабилизатора. Ну, ее можно не менять, хотя она копеечная. Мне кажется, легче ее заменить, чем подкладывать что-то. Ну и на рычаг смотреть. Больше вариантов нету. Пока начну с косточки, с дешевизны. Косточка, резинка. Ну и как всегда, удачных вам дорог, ровного давления в шинах по вашему мануалу. Увидимся в ближайшее время. Пока-пока. А это на помойку. Нет, это нет. А это вот так. Пока.